моя мышеловка. Я поставила на самом деле в надежде, что сюда попадется еще мыши малютки. Но пока это не те мыши. Вот крыса. Вот утром я выпустила мышку. Это уже другие. У той была очень широкая полосочка. Такие они. Выходите, мыши. Тетя Тамара обычно в шоке после таких видео, где я мышей выпускаю. Они не хотят уходить. Эй, уходите. Да? Раз. И чё? Эрик еще не торопится. А можно с собой взять? Выходи. Эй. Ну, чё? Ты не хочешь уходить? Выход тут. Иди сюда. Давай. Это уже была третья, четвертая мышь в этом ведре. Просто стоит ведро с зерном. И все. Ну, выходи, пожалуйста. Я до тебя так не дотянусь, чтобы тебя выгнать. Или тебе просто свет в глазике светит? Да? Или кто-то слишком сильно наелся? Такая ты мышь. Иди. Все. Посмотрим, что утром попадется. Это мы только приехали из Москвы. Ну, сейчас где-то по 12-го. Пойду в Белоньке, Прескот там. И сова. Привет. Что ты там видишь? Тут другие совы летают, наверное, да? Ёль. Крысенька, тебя кладу. Чё там? Что такое? На соломку прыгай. Да, сквозь эти ледяные стенки ничего, скажи, не видно. Вообще. Да? Опа, подушечку. Да, сова? А это ты что, тут перо, что ли, у нас залиняло? Что лежит у тебя такое? Перышко у тебя. Чего такое? Сова убежала. Я тебе мягко сделаю вот так вот. Вот. Лежит снег, лед. А завтра обещают плюс 8 вообще, плюс 10 даже. Что-то не верится. Ладно, надо всех. Угу. Да, тебе верится, что плюс 8 будет? Все растает сразу. Да? Все. Угу. Качаем. Не хочу я с тобой качаться. Ну все, давай, ты ужинай, я пошла. Другие тоже хотят ужинать. Ну вот, это сегодняшний утренний улов. У нас тут опять мышь полевая. И мне кажется, что вот это малюточка. Обледенелые стеночки у меня, да? Давай-ка тебя, иди сюда. До свидания. Все, ушла. А ты пойдешь с нами. Ой, Мироша. Ты меня напугала. Ты же малютка. И? Мне кажется, ты малютка. Пойдем, я тебя. Ай, ты кусачая малютка. Ладно,
Здесь холодно, лед и все такое. Ну, мышь вроде взрослая. Меня в московском зоопарке попросили привезти им малюток. Им они нужны. У них есть колония, которая живет в стене московского зоопарка. Ее можно с улицы увидеть. Ты пойду, не лази так. Вот. Им нужна свежая кровь. То есть там уже настолько долго все мышки вместе живут, что они все друг другу родственники. А они мне взамен выдадут как раз тех мышек, чтобы я их здесь где-нибудь выпустила. То есть нам надо освежить. Сейчас я эту маленькую пересажу в контейнер. Вот. Какой у нас ледяной дождь вообще. А как я подниму здесь? Все заледенело. Я боюсь. Надо держаться. Ой. Фух. Вот. Я ее сюда пересадила. Вот она. Я пойду и корма насыплю мышиного. Да, ты такая малютка. А ведро обратно отнесу, поставлю. Ой, ладно, плохо видно. Открывать не буду, она прыгучая. А Морошу надо еще найти теперь. В общем, мышку я брала. Теперь можно кубик отпускать. Дождь идет. Сегодня типа тепло, все стает. Так, куда ты пошел? Ну не ходи по скользкому крыльцу, я не смогла с него лед отковырять. Иди. Но то, что кубик бегает на участке, он еще считает, что это не считается, что это прогулка. Он потом требует вывести его на поводке, как хозяйскую собаку. А вообще в такую погоду ходить с ним на поводке, ну вот ни малейшего желания. Марош, идем. Или ты будешь под крышей? Ой, погодка. Да? Сова. Хватит мне поливать мои клумбочки. Сова опять сидит под дождем. Знак. Какого протеста на этот раз? А? Ёль? Что? А кто там? Мороши носит. Ты хочешь к сове? Она тебя сейчас не пустит к себе. Тебе не нравится быстро движущаяся кошачья тушка? Морош, ты где? Ой. Ёль полетела. Так, а мне надо вот этот замочек отколупать. Это да, нифига, еще рано. Теперь я вот так все закрываю. Кукубик все писает. Ну что ты, сова? Ну хоть под крышу улетела, да? В чем у тебя клюв? А, это овсяная чешуйка. Это ты так тарамшила тючки. Вон все, как обсыпано. Это елка наковыряла. В общем, когда она расковыряет вот эти веревочки, которые здесь, этот тючок сделает вверх так. Еще засыпет, да? Сова. У тебя тут уютненько. Ну вот эти твои, конечно, не осыпается еще лед с той стороны. Но сегодня должен стаять, Ёль, у тебя будет нормальный вид. А так мне очень нравится вообще, прям как такое стекло специально для какой-нибудь душевой. Очень красивый эффект. Приятный. Антиподглядывательный. И сосули вот такие. Прям у елки тут красота. Да? Я пойду собаку пасти. У нас там и кошку надо, и собаку. Я уже не знаю, где они. А, нет, вон собака. Собака, видимо. Не знаю, что там делает. Сейчас посмотрим. Ой, сегодня нам должны приехать, если ничего из-за погоды не отменится. Ставить пластиковые окна в этом строении.
Ты с Марошей тут или что? Это какашки Марошин, фу! Ну-ка, брось! Нельзя! Кубик! Ты зачем сожрал? Нельзя! Ты чего? Это Марошина какашка. Ух ты ж, рыжий говноед. А вот сама Мароша. Ты видела, Коша? Что? Что? Ну-ка, иди сюда. Сюда иди, говорю. Дурень. Кошачий есть. Ты нормальный вообще? Нормальный? Ко мне. Кубик. Такой, а что ты мне сделаешь? Там у нас столовка птичинками работает. Марош, пойдем, я тебя отнесу домой. Цыпленка дам. Куб! Иди-ка сюда. Сюда иди, говорю. Ко мне. Сидеть. Да. Да. Куб. Ты молодец. Ты пописал. Пойдем. Потом на поводке сходишь, покатаешь. А я пойду. И цеплю. О, мне пришел ответ из московского зоопарка, что да, надо мышеньку. Ой, я им написала уже. Фотки скинула. Типа, то ли это, что надо. Ну, мы поедем в среду или в четверг, скорее всего. И, может, еще кто-то попадется. Что? Я все Артему расскажу. Это будет позор на твою голову. Да, мерзопакостная собака.